Всем привет! Так, вы сейчас видите, это наше безумие попит, которым все сейчас увлекаются. И очередное безумие придумать какой-то такой аналог из Лего, чтобы тоже можно было пупкать. Вот. Но если мы возьмем просто кубик, даже с таким тайликом, вот, проблема в том, что этот кубик проскальзывает. Нет вот этого вот эффекта, что нужно давить. Ну, самый кайф, да? Он просто туда падает. Многие сейчас есть видео в интернете, где дети легко ходят. Много есть видео в интернете, когда обрачивают скотчем, либо бумажечкой обклеивают. И тогда оно хорошо так надо надавить. Но мне хотелось сделать именно только используя Лего, без всяких подручных материалов. И в принципе что-то подобное получилось. Есть у меня вот такая вот заготовочка. Вот. Тут не совсем тривиальное решение. Здесь соединение, которое в официальных наборах Лего не используется. Лего такие соединения не признает как предусмотренными. Вот. Ну, многие, которые увлекаются самоделками, как раз так и делают. То есть, если вот у нас обычный кубик, да, он проскальзывает. Да? А когда так соединено, получается немножко шире, какие-то доли миллиметра. И приходится прилагать усилия. И получается эффект вот этого поп-ита. Двигаем, пропихиваем, двигаем, пропихиваем. Ну или simple dimple, как это. Вот туда, туда, туда. Вот. Что ж, такой самый обычный вариант. Вот эти сверху тайлики можно не использовать, они не обязательны, но они еще делают глубже, интереснее дальше пихать. И ну, чуть крепче, конечно, действительно получается. Можно удлинять это все дело пластинами, либо кирпичиками. Ну вот я показываю самый такой базовый вариант. И потом покажу чуть еще на две такие пупырки. Как видите, очень мало деталек используется. Детальки такие довольно распространенные. Можно брать не круглый талик, можно брать квадратик. Или даже из двух соединять. Но у меня он почему-то, если крышечку делать из двух таких, чуть еще жестче пропихивается. Для, собственно, кнопки вот желтые детальки. Вот эти вот талики не обязательные, но желательно их иметь. Цвет, опять же, вы можете выбрать, какой хотите. Вот. Но я использую детали из набора Lego Classic 11005. Вот. То есть, ну, вы видите, очень ходовые такие детали, простые, распространенные. Их легко найти. Так. Делаем такой колодец. Тоже очень все просто. Чуть добавим крепости и глубины вот этими тайликами. И самый интересный, самый секретный момент, как сделать эту кнопочку, которую потом вот здесь будем пропихивать. Смотрите, вот у нас такой еще называют сырок, да, вот так вот сюда запихивается на уголочек. И второй берем и делаем симметрично в противоположном углу. Они довольно легко входят, но вот здесь заметьте, третий, четвертый уже не помещается. То есть всего два так получается. И
с другой стороны крышечкой закрываем. Точно так же они входят. Смотрите. Вот этот момент в некоторых самоделках используют, когда, видите, с двух сторон такие. Вот. И добавляем толщину именно вот тайликом плоским. Именно за счет вот этой толщины и будет кнопка проходить с ощутимым усилием. Вот. То есть вот эта ширина дает нам этот эффект пропихивания. Так. Запихиваем кнопочку. Она легко запихивается, но, видите, нужно прикладывать усилие, чтобы пропихать. То есть вот этот эффект Pop-It-а или Simple Dimple, это уже как бы тут оно, вот он здесь как раз и работает. Еще один вариант Pop-It-а или Simple Dimple на две кнопки. Тут у нас будут две кнопки. Можно, естественно, брать немножко другие детали. Цвет, опять же, не важен. Ну, у меня в наборе были именно такие. Хорошо подобрались по размеру и цвету. Поэтому я использую так. Вот. И, в принципе, уже готовое поле. Тут можно вставлять кнопки и играть. Но для большей прочности, да и красоты, я добавляю еще вот такие тайлы. Можно использовать пластины 1 на 8, 1 на 6, по 2 штуки. Тоже будет хорошо работать. Ну, у меня в 11.005 Lego Classic есть такая красота. Почему бы ее не использовать? Вот у нас две дырочки для двух кнопок. Вот кнопка 1, кнопка 2. Неважно, как вы их вставите, это абсолютно квадратное отверстие. Все стороны равны. Можно и так, и так. Ну, главное попасть. Да? Кнопочки абсолютно одинаковые, просто в разном ориентации поставлены. И вот попаем. Работает? Работает. Вот самый-самый примитивный вариант, простой, на одну кнопку. И вот уже на две кнопки. Конечно же, вы можете продолжить на 4-6, большое поле сделать. Тут уже сколько подскажет вам фантазия, сколько у вас есть деталей. И насколько у вас хватит терпения все делать. Ну что, лайк. Пока.